Доброе утро всем зрителям, всем любителям здорового образа жизни, спорта и хорошего настроения. Сегодня на канале Виткрытый в рамках программы Hello Body у нас будет небольшое занятие по йоге. И с вами я, Олег Калиновский, и мы начинаем. Очень важно находиться с ровной спиной, и у нас часто боли связаны и с лопатками, и нужно уметь правильно их раскрепощать. Для этого нам в первую очередь нужно находиться с ровной спиной, тянуться макушкой вверх, подтягивать подбородок и пытаться раскрывать плечи пошире. Вот это основное действие, которое мы будем учиться делать. Вот. Давайте немножко поработаем с плечами, поднимем плечи вверх, как можно выше, опустим вниз, переведем их вперед, уведем их назад. Вот. Также у нас у плечей есть такая способность это подтягиваться к шее, или, наоборот, растягиваться в разные стороны от шеи. Вот. Сейчас мы пробуем сделать это же, только с поднятыми руками. Вот. Если мы, естественно, поднимаем руки, обычно у людей начинается такое вот сгибание, и шея зажимается плечами. Но мы пробуем эти плечи расставлять в сторону, тогда будут сгибаться руки. И в этом-то и есть такая хитрость этого упражнения, ну и вообще многих движений в йоге. Это некая двойственность. То есть я вытягиваю руки, но шея зажимается плечами. Я вытягиваю плечи, но руки сгибаются. И мы учимся находить такое положение, там, где и плечи пошире друг от друга, но и руки ровно. Вот. Вот это физиологически такое правильное упражнение, которое уже будет раскрепощать область под лопаткой. Вот. И теперь давайте немножко поработаем в комплексе, поскольку у нас тело целостное, и очень важно синхронизировать это все с дыханием. На вдохе у нас происходит раскрытие грудной клетки, а на выдохе мы подтягиваем живот. Вдох, раскрываем грудную клетку, и выдох, подтягиваем живот. Руки через стороны поднимаются вверх, вдох. И наклон всем телом в правую сторону, выдох. Прошу обратить внимание, что я не сгибаюсь при этом наклоне. Моя цель не как можно ниже опуститься, а моя цель оставаться ровно, с раскрытыми плечами, с скрытой головой, с ровной спиной, и я вот так себя накрываю. Поясница подтянута, я нахожусь в одной плоскости, и мы тянемся вниз. Раскрываемся еще раз вверх. Вдох. И наклон в другую сторону. Выдох. Очень важно здесь стараться раскрывать грудную клетку, смотреть головой в потолок через локоть. Еще раз вверх. Вдох. И наклон в правую сторону. Выдох. Вверх, вдох. И наклон в правую сторону. Выдох. Затем мы раскрываем руки в стороны. Спина ровная. Опускаем плечи пониже. И на вдохе мы раскрываем грудную клетку. Вводим руки назад. Вдох. И обнимаем себя, округляем спину. Выдох. И еще раз раскрываемся. Вдох. И обнимаем себя. Выдох. Раскрываем руки в сторону. Пальцы на руках растопырены. Плечи опущены вниз, подбородок подтянут к шее. Макушка тянется вверх, поясница ровная. Плечи опущены, растянуты в стороны. Давайте сделаем несколько таких наклонов кистями. В одну сторону, в другую. Круговое движение. В другую сторону. При этом у нас продолжается глубокое растянутое дыхание и ощущение натяженности в спине. Вытягиваем. Теперь мы на вдохе вытягиваемся за кончиками пальцев в стороны. Вдох. А на выдохе правая рука идет вниз, левая идет сверху. И как две параллельные линии, которые расходятся в разные стороны, идет выдох. Тоже обычно в первые разы люди делают вот так. Они скручиваются. Но мы остаемся с ровной спиной, с раскрытыми плечами. Нижняя рука словно что-то протягивает вперед, а верхняя сверху накрывает. И взгляд в потолок через левый локоть. Вдох. Выдох. Раскрываем руки в стороны. Вдох. И в другую сторону. Выдох. Следим здесь, чтобы плечи не закрывали нашу шею, не закрепощали. Наоборот, стараемся раскрыться. И на выдохе вытянуть руки в разные стороны. Можно остаться в этом положении, подышать. На вдохе раскрывая грудную клетку, на выдохе подтягивать живот. И руки в стороночки. Вдох. Более динамично. Выдох.
раскрылись. Вдох. И другую сторону. Выдох. Раскрылись. Вдох. И опустили руки немножко на колени. Выдох. Отслеживаем ощущения в своем теле. Мы не должны переутомиться и перенапрячься. Иначе тогда спина не разрешит нам себя раскрепощать. Оно будет больше напрягаться, напрягаться, напрягаться. Ну, напрягаться так все время. Надо бы научиться правильно расслабляться и делать это все в гармонии. Следующее упражнение. Мы поработаем с плечами уже согнутыми руками. Давайте до этого сделаем вот такое вот движение. Тянемся руками вверх. Вдох. Подбородок потянут к шее, взгляд на кончики пальцев рук. Если мы так вытянемся, мы ощутим, как получается у нас в пояснице прогиб, естественным образом. Но мы стараемся его удерживать, то есть мы не сильно прогибаемся. Делаем здесь вдох, а на выдохе в одной плоскости руки расходятся в стороны. Сначала опускаются плечи вниз, затем локти уходят в стороны, пальцы на руках растопырены, руки в одной плоскости, следите, чтобы они не искривлялись. И затем вы продолжаете это движение, пробуйте свести локти за спиной. При этом подбородок подтягивается, выдох. Еще раз вверх, вдох. Посмотрели на руки. И широким таким разворотом плечей и локтей делаем, выдох. Еще раз вверх, вдох. Смотрим на руки и выдох. Затем ладошки к плечам, вытягиваем локти как можно шире в стороны, вверх, стараемся. Но когда тянутся руки вверх, обычно голова уходит. Но у нас всегда в приоритете находится спина. Подбородок, шея в приоритете, и только потом движение рук и ног. Всегда следите за вашей основой, за вашим центром. Вот. В этом случае, когда мы тянемся локтями вверх, мы остаемся с ровной спиной. Пускай руки не до конца уйдут, не так, как я могу. Я могу и выше. Но тогда я буду искривляться. Но мы остаемся с ровным положением. Локтями тянемся вверх. В стороны. Вперед. Но при этом я не закрепощаю себя. Плечи пошире, а локти вперед. Подбородок ровный. И продолжаем это движение по кругу. Вверх, спина ровная. И по кругу. Очень важно синхронизироваться с дыханием. Потому что именно наши легкие изнутри нас будут укреплять спину. И давать мышцам возможность расслабиться. Хорошо, теперь мы делаем круговое движение. Локти подтянуты в стороны. Пальцы обнимают свои плечи, словно опираются на плечи. И плечи сами раскрыты в стороны. Спина ровная, поясница ровная, подбородок подтянут к шее. И мы пробуем делать круговые движения с максимальной амплитудой. Неправильно с максимальной амплитудой, а с той, которая для нас сейчас комфортна. В рамках нашей как бы, безопасности. Мы должны ощущать приятные ощущения, без никакого жжения, колющих каких-то движений. И мы постепенно увеличиваем. Пробуем касаться локтями вместе, касаться руками ребер, потом тянуться локтями вниз, в стороны, вверх, обнимать голову словно, и обратно, вот так, по такой максимальной амплитуде. Мы делаем круговое движение. При этом мы не забываем дышать и сидеть с ровной спиной. И в другую сторону. На вдохе мы всегда вытягиваемся, на выдохе. На выдохе мы стягиваемся. Вот. А теперь самое интересное движение – это движение в разные стороны. Правый локоть сверху, левый снизу. И мы продолжаем это движение, но в разные стороны. При этом пробуем держать спину ровной и не раскрепощаться. У кого не получается, пробуем со мной. Раз, первая позиция, вторая раскрываем. Поменяли руки. Три. И сводим локти вместе. Четыре. Раз, два, три, четыре. И стараемся делать это движение как можно больше. И в другую сторону. Глубоко растянутое дыхание, потому что именно дыхание связывает нас с таким понятием, как напряжение или раскрепощение. Большое спасибо вам всем за просмотр. Будьте здоровы, тягивайтесь ровной спиной, берегите себя, свою спину и всех своих близких. С вами был Олег Калиновский и передача Hello Body на канале
відкритий. Все, намасте, всіх благ!